Першая стартап-школа открыется у Гомельской области на базе Белорусского гандлёво-экономичного университета спожывецкой кооперации. Стартап-школа «Гомель» – некоммерцийный проект. Его мета – допомогчи жадающим реализовать креативную бизнес-идею и запустить уласный проект. Подобные школы уже есть у Минску, Бресте, Витебску и Гродне. Популярность стартап-школ заключается в том, что спикерами и консультантами у них выступают поспяховые бизнесмены. Яны готовые на практике продемонстрировать свои напрацовки. Усе занятки школы организуются Центром бизнес-эдукации Белорусского гандлёво-экономичного университета спожывецкой кооперации у партнерстве с громадским объединением Товариства содейничания инновационному бизнесу. Удельников проекта будут научать будовать бизнес с нуля. Головная задача – подтримать активных молодых людей. Открытие стартап-школы «Гомель» запланировано на 8 лютого. Занятки начнутся с интенсивного курса. Зарегистрироваться и найти додатковую информацию можно на сайте, назву якога вы зараз бачите на своем экране. Одно из мероприятий – это так называемое МИГ-знакомство, которое предполагает организацию площадки по коммуникациям, где можно просто встретиться, пообщаться, познакомиться, то есть, по сути, развивать то сообщество, которое в дальнейшем и будет потребителем твоих услуг, либо будут, возможно, партнерами, либо конкурентами, либо контрагентами. То есть, по сути, это площадка. Также мы планируем запускать в осенний и весенние периоды с интенсив, то есть интенсив по проектированию и запуску своего бизнеса, в рамках которого конкретно уже будет идти обучение, что сделать, как сделать.